Ну-ка, интервью, пожалуйста. Скажите, машина вас сбила. Дальше что было? Что дальше было? Расскажите, товарищ. Мужчинка, расскажите, как это было? Страшно очень. Не надо меня кушать, маленький мужчинка. Да, маленький малыш. А вот еще один маленький малыш. Вот такой маленький малыш. Тоже боится, тоже машина. Да вы маленький, худенький такой, глазки запали, ничего. Убираем на место. А тебе сейчас пойдем делать рентген, понял? На процедуры, мусье. На процедуры, ничего не знаю.